what you said you didn't receive. What you said you didn't need. That girl is a real crowd please. Hey, YouTube, ухо и ВК, с вами Apple 3A2. И да, сегодня мы с вами продолжаем играть в Secret Neighbor. Это пока что будет, наверное, последняя серия по Secret Neighbor, потому что следующее видео там по другой игре будет. Короче, вы потом все поймете. И да, давай, собственно, так, за гоу. Подожди, давай сейчас задание посмотрим. Так, спаси друзей из лап соседа, понятно. Отведай шоколад, поймай детей. Понятно, все вот так вот просто. Ну давай, ну давай, в принципе, за брейв, какая разница. Давай, погнали. Фига, сколько у нас, однако, брейв. Смотри, просто. Офигеть, 4. Один детектив и один лидер. Ну вот, зато как надо, в принципе. Так, ребят, что-то это... Зависла загрузка. Я уже сижу, наверное, минут 5, и вообще ничего не происходит. Так, ребят, короче, сейчас я буду играть в штрафную игру, потому что я вышел, как бы, вот с... Сейчас, подожди, монетку возьму. Потому что я вышел с прошлого вот этого, вот, который завис. Не, вернее, зависла загрузка. Вот я оттуда вышел, с того матча, поэтому... Да, поэтому я сейчас играю в штрафную игру. Шоколадку. Фига, сколько шоколадок. Подожди, мне же надо хавать шоколадки. Мне же надо хавать шоколадки. Блин. Забыл, что в штрафной игре, блин. Сразу сказал, при этом сразу же забыл. Офигенно просто. Молодец, яблоко, молодец. Молодец, Apple 3A2, ты прям гений. То вообще сейчас нет смысла либо задание выполнять, просто потому что... Они тебя сейчас не засчитаются, так что да. Тут есть им ключ? Нет. По-любому ж есть. Ну как, что, нет что ли ключа или что? Как так? Он же вечно в туалете где-нибудь находится. О, монетку возьму. Монетки никогда не мешают. Вообще никогда. О, монетка еще одна. Монетки вообще никогда не мешают. Монетки всегда нужны. Да, ё-моё, что вы вечно везде закрываете-то? Ой, зачем ты выбросил фонарик-то? На-на. Ты охеревший. Слышишь ты? На тебе. На. Скотина кидается в меня. Это, насколько я помню, чтобы удары отбивать, да? Вот эту фигня. В смысле, вещи, которые в тебя летят. Сейчас, значит, сюда поднимусь. Оп. Че, и тут что ли нет? Да ё-моё, открой ты. А, вот он. Все, нашел. Я нашел, ребятки. Так, оп. Спрыгиваем. Погнали. Че там делаете? Че вы сейчас за херню занимаетесь, ребят? Вы че? Дебилы, что ли? Походу. Так, вот сюда, наверное, пойду. Так, тут есть карточка. О, как хорошо, сразу карточка есть. Отлично, все, это моя теперь карточка, идите в жопу. Идите нахуй, там сами что-нибудь себе ищите. Мне нафиг это не надо. Так, все, тут я открываю. И ключи, которые тоже здесь будут, все они мои, понятно. Так. Потому что знаю я вас, а найдете ключи, непонятно где, потом с ними шляетесь. Так. Тут что? Ничего, тут что? Ничего, тут что, ничего. И тут ничего. Зато есть карта третьего уровня. В принципе, пойдет. В принципе, нормально. О, монетка, отлично. Так, тут что? Ничего. Тут что, ничего, ничего, ничего. Тут ничего. Тут тоже ничего. Понятно. Ну я, короче, третьего уровня карту нашел. Я сейчас пойду, короче. Открою. Последний этаж. Ключ. Ключ, он прекрасен, он могуч. Он гоняет стаи туч. А я монетку, пожалуй, возьму. Оп.
Отлично. Так, теперь сюда надо. А, тут уже тоже все обследовали. Фига вы быстрые, вы чё? Тут нифига нет. Тут тоже нифига нет. Молоко я свое возьму. Это чё? Вторую руну, мне нафиг он не нужен. Тут у нас чё, ничего. А, не, хотя подожди, 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 чтобы в ту комнату, чтобы пройти, там же нужна карта второго уровня, точно. Чё-то я ступил немного. Нужна же, нет? Или не нужна? Нужна. Реально нужна. Все, нормально, нормально, нормально. Закрой, закрой, закрой с собой. Вот это возьми. Ружье. Нормально. Нормальненько. Так, все, ребят, теперь, короче, это. Я уж хозяин, теперь вы меня должны слушать. Понятно? YouTube, пожалуйста, не бань за это, я просто это в шутку сказал, пожалуйста, не бань меня. Так, тут ничего нет. Из синего. А, закроет, пожалуйста, все. Так, третий уровень. У меня вообще нахер не устрался. Тут у нас что? Красный ключ. Возьми ключ. Возьми ключ. Возьми ключ. Зачем ты фонарик взял? Ну какой тебе хрен фонарик? Возьми. Да возьми ты ключ. В чем такая проблема взять ключ-то? Так, ну сюда надо, чтобы быстрее. Отлично. Так, все, один остался. Нейба. Там где-то Нейба. Где Нейба? Кто Нейба? Ладно, как-нибудь между сами. Короче, как-нибудь там сами разберитесь. Что там себя, короче, что-то они. Не это. Не поделили или чё? Красный ключ здесь? Блять, красного ключа нет. Да ё-моё! А где еще один? А подожди, а где мне... А, все, понял. Пошел в жопу. Быстрее! Да быстрее! Блин. А, ну в любом случае я успею, да. Все. Все, отлично. Уу! Нормально. Так, что, монетки же мне это дадут, да? Мои, которые собирал. А, мне не только это, он нормально вообще, вообще хорошо тогда. Вообще нормально. Так, все, теперь давай просто вот. По заданию. Подожди, какие задания-то у меня? Отведать шоколад, спасти друзей, слава соседа, поймать детей. Понятно. Так, понятно. Короче, надо жрать шоколадки. Надо просто жрать сейчас шоколадки. Где шоколадки? Все шоколадки мои, понятно. А чё? Это ключ, я его с собой возьму. Ебать! Ты видел, как я несусь? Вот это я несусь, конечно. Ты видел просто? Охереть, я Соником стал резко. Так, ну чё? Или флешем. Тоже что, ничего. Надеюсь, я не сосед был. А, тут шоколадок уже нет, да. Ну все, значит, эту монетку беру и все. И сваливаю отсюда. До свидания, все. Здорово. Надеюсь, ты не сосед, пожалуйста. Не будь соседом. Быть соседом плохо, не надо. Быть Михалычем, там, Иванычем, Кириллычем быть плохо, братан. Не надо этого делать. Так, у нас что, ничего. О, вот это хорошо. Шоколадки нет. Ну все, значит, я туда пошел. Закрыть. Сразу ушел. Блять, мужик тут сзади меня там открыл что-то. Так. Тут что, ничего. Ничего. Третий уровень нашел.
Я сказал третий уровень. Наш. Да какой нахрен клей? Зачем ты клей берешь? На кой тебе хрен клей вообще? Вот ты. Кому ты хочешь лицо-то склеить? Или ласты, хрен его знает. Да ё-моё, откроет. Пройди, 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 пройди. Все отлично. Где шоколадки? Мне срочно уже. О, нормально, все. Шоколадь. Все, ни хрена нет. Еще одна шоколадка. Две шоколадки сразу хаваем. Хаваем. Давай, давай, пройди, 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 пройди. Все, отлично. Бежать, 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 бежать. Господи, надеюсь, ты не сосед, пожалуйста. Не будь. Блять, он, по-моему, сосед. Он точно, по-моему, сосед, нет. Вот как я вот знал, в смысле. Ну, Иваныч, ну ё-моё. Ух уж этот Иваныч, а. Вот и вот прям вот я знал, прям жопой чую, что это он. Вот прям вот жопой. Так, все, что тут у нас? Четыре. Понятно. Так, я хоть чуть выполнил. Да, четыре. Понятно. Так, давай за кого-нибудь другого поиграем. Давай за... Давай за детектива. Я за него прям вообще очень давно не играл. Давай. Классический дом. Классический... Блядь, не классический. Ну ладно, в принципе, это тоже нормально. Так, давай. Чё у нас? Ничего тут. Пофиг. Чё я только что не смог пройти? Ладно. Так, монетка, монетка. Всё, больше нихера нет. Моя монетка. Ебать, вы чё так быстро-то? О, моё. О, нормально. Так, это шестая была. Мне всё, 15 надо. Вообще бы здесь я на самом деле не находился. Это где? Это где? А, вон он, ё-моё. Блять, до свидания, чел. Просто до свидания, просто до свидания. Ё-моё. Блять, он там где-то сверху. Тут есть что-нибудь? Все, его грохнули, отлично. Так, тут что, ничего. Тут что? Ничего. Понятно. Им срочно шоколадку, срочно шоколадку, шоколадку. О, шоколадка, отлично, седьмой. Еще, 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 еще. Где? 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 Все, походу, шоколадки кончились. Так, он вон он, он вон он. Он только вышел, его сразу же закидывать начали, бля. Так, он пошел. Он ушел куда-то. Вон он. В смысле, там вообще даже смысла нет стоять, его закидывают. Его убили уже. Его уже убили, блядь. Капец, конечно, жесткие просто. Капец, конечно, мы жесткие. Мы его просто мы его завалили, как не знаю кого. О, второй уровень. А тут все уже подкрывали смысл. У меня уже смысла нет второй уровень таскать, действительно. О, монетка. Монетка это круто. О. Вот это нормально. О.
Так, это был 9-й, да, 9-й. Меня, кстати, не... А, зачем я, в принципе? Все равно меня в случае чего это не спасет. Кстати, а что они используют? Так, где ключ? Дверь. Короче, понятно, где примерно. Вот там, вот здесь или где? Вот там вот, по-моему, вот там. Либо здесь, либо там. По-моему, здесь. Или я что-то путаю. Нет, наверное, там наверху, понятно. Все, я пошел наверх. Что, они уже его снова забили, что ли, или что? О, здесь открылось. Нормально. Давно, кстати, здесь я не был уже. Да, ё-моё. Всё, нифига нет. Ебать-то где? Да чё вы там хелпите? А! В смысле? Их там ловит или чё? Или... Да пой. Не, они там, по-моему, просто орут. Всё, шоколада больше нет. Они его снова грохнули. Так, 10-е. Я так понять не могу, это где? Я вот эти... А, ну уже смысла нет, все. Открыли уже. Ей! Так, все, дети победили. Снова. Нормально, нормально пойдет. Так, давай. Сколько там, 10, да? Да, 10. А, мне 12, не 15 надо. Понятно. Так, давай, значит, еще раз. Так, это мой нелюбимый дом, я вас понял, хорошо. Ну, кстати, в этом моем нелюбимом доме обычно дохерища шоколадок, так что в этом все-таки есть плюс. Потому что мне нужно как раз всего лишь по 2 шоколадки. Которых прямо здесь вот нет, понятно. Они где-то там уже соседа нашли. Они уже кого-то забили, в смысле. О, первый уровень. Нормально. Блять, он встал. Так, спасать! Ты чё за мной побежал, Прикинь, за мной побежал такой сразу. Нихера ты, конечно. На! В смысле? Как я не попал? Здорово. Ой, блядь, промазал. По херу, ладно, я побежал. Стул. А, все, грохнули. Понятно. Подожди, это что? А, это молоко лишь, понятно. Краски для шоколадки, да? А, нет, одна. Почему не взял шоколад? А, не взял. Блять, залагало. Все нормально. Так. Бери монету. Ух ты, ё-моё, а нет, это чё? Всё. Последняя шоколадка, последняя. Где последняя шоколадка? Срочно нужна последняя шоколадка. Где она? Прямо где-то в шкафах лежит. Вот точно тебе говорю. Точно, блин. Хавать. Монетки забрать.
Ага. Что ты там угораешь? Дядь, ты что там угораешь? Еще сейчас ключик тут найду. Я ж говорю. Оп. Нормально. Так, красный, красный, желтый, понятно. Да, буду потом. Теперь мне сейчас за второй картой пройти. Где ты ее оставил? Вот она. Опять его грохнули. Что-то соседи какие-то слабые попадаются, реально. Их что-то вечно херачат. Не по-детски. Он даже, по-моему, никого вообще не поймал еще до сих пор. Закрой. Угу. Че это? Где это? Как это? Зачем это? Почему это? Для чего это? А, нет, все нормально, по-моему. Запрыгни, все. Да куда ты, блин, запрыгни сюда и потом сюда. Все, в чем проблема вообще? Ключ. А мне синий не нужен, ебать. Ты видишь, не? Белая. Что за фигня? Что за фигня, слышь? Ты видишь это, нет? Почему-то белая. Ё-моё. Здорово. Я надеюсь, ты не сосед. Ну спасибо, херали. Можно меня не трогаешь? Можно ты меня не троишь, пожалуйста? Бля, какой благодарный сосед, меня даже не тронул, офигеть. Я уже обосрался, думал, все, мне пиздец, что будет. Но нет, все нормально было. Ладно, хорошо. Так, чел уже, походу, все это открыл. А, ну да, уже подвал открыт. Пролезь. Да вы задолбали, кто это там вечно говорит? Так вот, ты, думаю, заметил, что у меня белый почему-то вот. Белая ячейка, так сказать. Вторая. Почему? Чё за баг? Вообще нормально. Так. Первая выполнена. Так, ну и давай теперь еще один сыграем. Давай еще, наверное, две катки сыграем, потому что, ну, потому что я не хочу, опять же, длинное видео делать. Как раз вот за эти две катки, если я буду совсем, как раз два задания сделаю. Ну, в одной из них, в смысле. Опять мой нелюбимый дом, ну да ладно. Так, теперь мне, короче, надо спасти. Теперь я, короче, должен ходить. С каждым и спасать его от соседа, да. Вот так вот, короче. Тут нифига нет. Че у нас по ключам? Так, где это? Это. Я забыл это место. Подожди, это где? А, я вот никак не могу вспомнить, это где-то. Вот это где-то, по-моему, вот здесь, вот на первом этаже, вот. По-моему. Если я не ошибаюсь. Я прям из головы что-то вылетело это место. Ну ладно, пол краски нашел. Сейчас проверим как раз таки. Так, сейчас. Вот где-то здесь, я помню. Вот где-то, по-моему, вот здесь вот, не? Или не здесь? Не, не здесь, это где-то в другом месте. Ну ладно, в принципе, тоже есть ключ, вот он. Еще один ключ? А, нет, ключ-карта.
А, нет, подожди, кстати говоря, вот это я, пожалуй, возьму. Нет, зачем ты? Зачем ты вот это берешь? Где карта? На карту. Вот это я беру. Открыть. Два синих, желтый, красный. Понятно. Че хелп? Кого хелп? Зачем хелп? Для чего хелп? Подожди, ты качаешься? Нет, не качаешься, понятно. Ну тут, естественно, ни хрена нет. Ну да, естественно, естественно, что здесь ни хрена нет. Так, я пошел вот отсюда. А то сейчас сюда сосед наведается, и все, мне капец придет. О, монетка. Монетка это понадобится. Тут чё? Ничего. Тут чё? Ничего. Блять! Нет! Я сказал нет! Я сказал нет, понятно тебе? Пиздец, вот это у меня, конечно, я прям вообще стартанул сейчас. Где он там? Все, вот так вот. Вот это я сейчас, конечно, стартанул, в смысле. Я еще думаю, это сосед по-любому. Блин, сзади меня обращается сразу, охереть. О, ключ. Желтый. Который мне нужен как раз-таки. Так. Два синих, один красный. Третий надо взять. Все, я пошел, короче, на самый верх. Там по-любому ключи оставшиеся. Здорово. А можно пустить? Спасибо. Нет! Сука, он прям вот так вот и думал. Ладно. Так, давай последнюю сыграем. Давай за кого? За лидера давай сыграем. Давай. Так, давай. Да блин, опять мой нелюбимый дом. Ну ладно, фиксим. Пофиг. Так, тут нифига нет. Где? Когда? Спасать! Спаса... А? Блять, не успел. Ладно, все, все, я тебя понял. Пошел в жопу, инопланетянин долбанный. До свидания. Чё? Что? Ты это видел, в смысле? Это сейчас как вообще было? Это ты как мне вообще попал, ты? В смысле, это вообще, это как сейчас было? Это какой-то бред был, реально. Это, в смысле, вообще как? Не-не, давай еще одну. Это слишком коротко было. Прям очень коротко. Давай еще одну сыграем. Опять мой нелюбимый дом. Да вы что, издеваетесь, что ли, или что? Ладно, надеюсь, по крайней мере, не будет вот как вот было только что. Так, разгоняемся. Вот это с собой беру. Подожди, там вторая карта. А, там уже открыли. Понятно. Хорошо, я вас понял.
Естественно, нет, а как иначе? А вот а как иначе? Ой, короче, ладно, все, понятно. Так. Короче, ладно, ребят, давайте, наверное, пока что на этом с вами закончим. С вами был Apple 3.2, мы с вами играли в Secret Neighbor. Следующее видео будет последующее... Фу, блин, что я только что... Что я вообще только что сказал? Следующее видео будет по другой игре. Вы поймете потом по какой. В общем, да, с вами был Apple 3.2. Мы с вами играли в Secret Neighbor. И да, всем пока.